шалить. Четыре обезьянки прыгали в кроватке, одна упала и ушиблась головой. Мама к телефону, и доктор говорит: хватит обезьянкам прыгать и шалить. Обезьянки прыгали в кроватке, одна упала и ушиблась головой. Мама к телефону, и доктор говорит: хватит обезьянкам прыгать и шалить. Две обезьянки прыгали в кроватке, одна упала и ушиблась головой. Мама к телефону, доктор говорит: хватит обезьянкам прыгать и шалить. Одна обезьянка прыгала в кроватке, она упала и ушиблась головой. По телефону ей доктор говорит: хватит обезьянкам прыгать и шалить. Ни одной обезьянки не прыгает в кроватке, никто не шалит и не бьется головой. Мама к телефону, ей доктор говорит: надо обезьянку в кроватку положить.